Телеведущему было 46 лет. Телеведущий ВГТРК Михаил Зеленский скончался в возрасте 46 лет. Об этом в своем Facebook сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия», «Культура» Александр Ефимович, где до последнего времени работал журналист. Все обстоятельства смерти Зеленского пока не афишируются. Известно лишь, что телеведущий на момент трагедии отдыхал с женой в Доминиканской Республике, когда ему стало плохо. У него подскочило давление. Как сообщает телеграм-канал «База», россиянин был доставлен в местную больницу, но врачи не смогли его спасти. Предварительной причиной смерти называется инсульт. В посольстве России в Доминикане подтвердили кончину журналиста. Большая часть карьеры Михаила Зеленского связана с холдингом ВГТРК, которому он отдал свыше 20 лет жизни. Долгое время он работал телеведущим информационных программ сначала на телеканале РТР, затем «Россия-1» и «Россия-24», вел программу «Вести Москва» и шоу «Прямой эфир». В последние годы Михаил Зеленский работал на канале «Культура», где курировал и вел сразу несколько передач. Также он преподавал в высшей школе телевидения Останкино. У журналиста остались две дочери.